Упершыню фестываль «Ключ Палесся» прайшоў у 2010-м, яшчэ праз два гады ён атрымаў статус міжнароднага. Сярод яго гасцей прадстаўнікі Расіі, Украіны, Латвіі, Польшчы, плюс непасрэдна ўдзельнікі, калектывы палешукоў з 8 раёнаў Гомельскай і 3 Брэсцкай вобласці. Арганізатары чакаюць, што ўдзел у сёлетнім «Ключы Палесся» прымуць каля 30 тысяч чалавек. Для таго, каб усе жадаючыя здолелі трапіць у Ляскавіча, будзе арганізаваны дадатковы рух аўтобусу з Жыткавіч і Петрыкава. Галоўная задача свята – азнаёміць як мага больш людзей з культурай і побытам палешукоў. Главная идея и задача фестиваля была и остается. Это, конечно, сохранение и знакомство с той разнообразной культурой и традициями Полесского региона, который сегодня наиболее сохранился на территории Белоруссии. Шчыра кажучи, фестиваль «Ключ Палесся» – это великая, протяглостью амаль 2 километра, пляцовка для творчих коллективов. А прычатого удельникам и гостям пропонуют примерить вопротку своих продков. Подчас фестивалю человек у ее будет выглядать особливо гармонично. Организаторы Министерства культуры, Гомельские и Брестские облвыканкамы, Национальный парк Припятский и шерых банков увогуле имкнутся зарабить фестиваль «Ключ Палесся» еще одним брендом Беларуси. Не опошню чергу по этой причине с 2014 года людям, которые внесли значный уклад в развитие творчага патэнцыялу краіны, уручаецца спецыяльная ўзнагарода. Вось такая статуэтка уручаецца адначасова з прысуджэннем звання ганаровы паляшук. Зараз яго маюць 7 прадстаўнікоў Беларусі, у тым ліку прэзідэнт краіны. Як чакаецца, падчас 5-го фестывалю статуэтку атрымаюць яшчэ некалькі чалавек. 5-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Ключ Палесся» пройдзе ў аграгарадку Ляскавіча 22 верасня. На апошнім перад яго правядзеннем пасяджэнні аргкамітэта вырашаюцца пытанні, якія можна назваць рабочымі, ад арганізацыі творчых пляцовак і афармлення подворков для информационного сопровождения и обеспечения аховы громадского парадку. У год малой родимы все подворки повинна объединять агульная идея. Разом яны складуть свою особливую одинную Полесскую область с властной культурой и традициями. Сколько здесь мы находим вот той самобытности, которую заложили далеко, давно-давно наши предки нам. Поэтому этого забывать не надо, это надо приумножать. Именно на таких фестивалях вот это все становится явью. Большой интерес у нас туристических агентств, большой интерес людей. Вот спрашивают, звонят, где, когда, все хотят побыть, посмотреть, принять участие. Олег Сентеров, Евгений Матенко, телерадиокомпания «Гомель», Петерговский район.